Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко стало плохо на военном параде 9 мая в Москве. Сразу после завершения торжественной церемонии он покинул Россию и вернулся в Минск. На параде он появился с забинтованной рукой от катетера. В российских СМИ отметили, что президент Беларуси очень медленно передвигался. А на одном из видео можно заметить, как Лукашенко попросил Путина, чтобы в Александровский сад на церемонию возложения цветов к вечному огню его отвез автомобиль. При этом другие лидеры стран продолжили идти пешком. Расстояние от трибуны Мавзолея до ворот Александровского сада, которое Лукашенко не смог преодолеть пешком, составляет чуть более 300 метров. Ранее в белорусских СМИ появилась информация, что якобы перед поездкой в Москву президенту Беларуси пришлось несколько дней лежать под капельницей, поскольку его состояние здоровья ухудшилось. Также журналисты утверждают, что вместе с Лукашенко в Москву приехала команда медиков. Официального подтверждения информации не было. По состоянию здоровья белорусский диктатор не присутствовал на обеде вместе с Путиным и президентами других государств. В аэропорт Лукашенко сопровождала карета скорой помощи.